А когда КП? КП уже первый этап прошел, квалификация. Квалификация уже прошла. В субботу-воскресенье было. Вот, а следующий этап это уже, как я понимаю, групповой. И я уже групповой этап как раз таки буду комментировать. И мы будем смотреть. Боже, я так хочу посмотреть, серьезно. Я так давно не смотрел АБС, мне так, ну, я как игрок, как командир, это все темы, я очень хочу. Вообще, очень хочу посмотреть уже, как пацаны будут катать. Как у них будет вообще получаться. Или не получаться. Сейчас, по идее, самое непредсказуемое КП за все время. Ну, в плане прогноза, кто победит, да? Мы уже про это говорили, но я просто еще раз делаю на этом акцент. Вот. Самая непредсказуемая клановая потасовка из всех. Потому что все составы перекопаны, все составы переломаны. Везде там в определенных составах новые командиры, где-то вообще нет командиров. Короче, все, шиворот на выворот. Все через одно место.